вот это 18 век как минимум. Понимаете? И вот посмотрите на эту балку, если посмотреть. Она видна, она срезе, что она в очень хорошем состоянии. Она просто вся намокла. На каждом срезе я вижу нормальную действующую балку, которую вот превратили вот в это. И самое главное. И вот он, этот кованый гвоздь. Его в 19 веке, уже в конце 19 века, не изготавливали кузнецы. Уже были фабрики, уже были заводы, которые делали гвозди. Они говорят, а мы сделаем новый. Но вопрос-то, это же не реставрация. Вопрос же в том, что мы должны сохранить вот то в первозданном виде. Вот по их логике, если доверить им, то можно поехать и выровнять Пизанскую башню.